Всем привет, Кент на проводе, и сегодня я буду делать обзор нового проекта под названием Royal World. Ребята, давайте мы на него зайдем и пройдем краткую регистрацию. Ждем буквально пару секунд, после этого я открываю чат и пишу пароль. Регистр, и давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот такой вот у нас несложный пароль, но, ребята, это не все, потому что нам еще необходимо придумать наш пин-код. Допустим, 1, 2, 3, 4. Все, я вроде придумал и пароль. Такс, подождите, а ну что-то не то. Напишите команду регистр, придумайте пароль. И придумайте пин-код 4 цифры английские буквы. А, я понял, вы смотрите, я пишу регистр, я извиняюсь, я немножко затупил. Регистр, после этого я пишу пароль, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И после этого я пишу свой пин-код. Все, ребят, теперь понятно, вы успешно авторизовались. Ну, изи-бризи. На спавне мы видим основные команды. Помощь по командам help, warp-warpы, сменить пароль или пин-код. Ага, понятно. Ну давайте мы сначала напишем help и посмотрим, какие же тут есть доступные команды help. Ага, ну я вижу, тут все по-английски, почти все по-английски. То есть, к сожалению, тут все не русифицировано. Но, в принципе, и так все понятно. То есть, тут мы можем посмотреть команды по нашему региону, команды по ситхомам и так далее. Также тут есть варпы. О, давайте, ребят, я пойду на варп. О, отлично, обожаю варпы, и вперед мы отправимся на варпы. Допустим, варп ПВП. О, варп ПВП это святое, поэтому, ребят, мы идем на варп ПВП. Ух ты, какая прикольная ПВП-арена. Ну, как обычно, ребят, ПВП-арена в стиле какого-то замка, сделана, в принципе, прикольно, очень классно, но, как по мне, ну, очень-очень все слишком просто. Тут явно не хватает побольше всяких построек, побольше всяких заборчиков, не хватает еще парочки разрушенных домов и так далее. Но, в принципе, все это сделано очень эстетично и очень красиво, ребят, вот если посмотреть, то очень классно. Также на этом проекте мне нравится статистика, ребят, вы только посмотрите на эту статистику. Пишет мой ник, пишет мой баланс, мою должность, а также пишет время на данный момент. Потому что бывает такое, что когда ты играешь очень активно, ты просто забываешь, сколько времени и теряешь все пространство. Поэтому, ребята, тут всегда есть время, и поэтому вы всегда можете контролировать проведенное время в игре. Давайте мы еще побегаем по варпам. Я пишу команду варп. И я хочу отправиться на варп... Давайте варп-шоп. О, варп-шоп. Я посмотрю, что же есть у нас в магазине. Так, ребят, это у нас магазин, магазин в стиле какого-то замка. Так, давайте мы зайдем внутрь. Ух ты, какая высокая трава, как же тут все прикольно. Слушайте, мне нравится, вот правда нету магазина. Ну, вот варп-магазин есть, то есть варп-шоп есть, но самого магазина нету. Но это, ребята, к сожалению, нехорошо. Но я уверен, что в будущем тут все добавят, потому что, ребят, проект очень-очень-очень новый, буквально открылся пару дней назад, поэтому, ребят, вы не удивляйтесь, что тут много чего нету, но я думаю, что в скором времени тут все добавят, и в этом просто уверен. Я думаю, что на этом уже можно заканчивать. IP-порт есть в описании. Ребята, заходите, играйте и получайте удовольствие. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был ваш Кен. Всем удачи и всем пока.